Всем привет! Мы сегодня будем крутить, так сказать, орехи грецкие на мясорубку. Вот так засыпаем их и попробуем их перекрутить. И что с этого выйдет? О, нормально. Получается вот такой вот, чуть ли не с маслом ореховым. Такое классное что-то получается у нас. Вот как хорошо идет. Отлично. О, мягенько. Такая штука получается. Просто одуреть. Классно. Через мясорубочку. И меда добавляешь, и красота получается. Видите, как оно все классно получается. Такое жирненькое. А запах такой классный. И все перетерли, и быстро и дешево. Почистим все, и будет супер. Вот так вот
перетерли орехи мы. Всем хорошего времени суток. Подписывайтесь, ставьте лайки.